В одном монастыре жил некогда старец, духовной жизни человек. Он принимал исповедь братьев, был ее духовником. Подвязался здесь и послушник, который мечтал поскорее стать монахом. По благословению он охотно проводил экскурсии и непременно рассказывал паломникам о красоте монашеского подвига. Жила при обители и блаженная. Бог часто открывал ей судьбы человеческие. Правда, она это скрывала и выдавала себя за простую нищенку. Монах должен быть как птица небесная. По слову Спасителя, он не сеет, не жнет, но сам Господь его питает. Монах не должен иметь попечения ни о чем земном. Главная его задача – это спасение и молитва за весь мир. В этом и заключается красота монашеского подвига. На этом наша экскурсия закончена. Спаси, Господи. Спаси, Господи, помилуй. Спаси, Господи. Спаси, Господи. Спаси, Господи. Подождите. Подождите! Подождите! Как это вы сейчас красиво все рассказали? Редко найдешь человека, чтобы так все понимал. Знаете, я своим соседкам все время говорю, ну сходите в монастырь. Ну вот же он, рядом. А они нет. На дачу огурцы сажать. Ой, только о земном и думают, только о земном и думают. А у вас такой талант. От Бога талант, это я вам точно говорю. Ой. Спасибо, Господи. Ой, вот-вот-вот. Дар слова. Спаси, вам Господи. Надо книги писать. Спасибо, Господи. Особенно мне понравилось, как вы глубоко сказали про красоту монашеского подвига. Как птицы небесные спасаться и молиться за весь мир. Думают только о земном, а у вас такой талант. Редко встретишь человека, который бы там все понимал. А у вас такой талант, редко встретишь часы талант. Ты на часы смотрел? Что? На часы смотрел? Что? Извините. А что? Да полчаса машина стоит, ее разгружать надо. А ты тут языком трепишься. Так я же на послушание. Да ну, это послушание, языком трепаться. Языком трепаться? А ну попробуй. Сам-то небось и двух слов не свяжешь. Ну, давай, изреки, а? Слушай, ты прости меня. Пойдем лучше трудиться. Благословите, батюшка. У тебя какое послушание? Ну вот, вожу экскурсии, рассказываю про обитель, про монашество, ну и как благословят. Завтра благословляю тебя идти на кладбище. Угу. Спасибо, Господи. И как увидишь, что покойника несут, поноси его самыми последними словами. Это ругать, что ли? Обзываться, бронить, все, что в голову взбредет. Спасибо, да, Господи. Да вы что, батюшка? Да, да как я это смогу? Бог благословит. А? Батюшка.
Ой, совсем из ума выжил наш духовник. Ругайся. Да как можно на покойника ругаться? Я что, дурак или болящий такое исполнять? Ой, а благочинный туда же. Я ему одно, его как заело. Раз батюшка благословил, значит, иди. Да что же это такое? Ай! Ай! О! Тоже на послушании. Так ведь со смыслом. Таскают. Не, лучше мешки с мукой таскать. Не пойду я на кладбище. Ой. А что я на исповеди скажу? Почему ослушался? Скажу, что духовник из ума выжил. Ага. Вот тут-то мне эпитемью-то и наложат. Ой, придется идти ругать. Чушь какая, а? Господи, благослови. Фу. А может, и принесет сегодня, и никого не привезут. Не каждый же день здесь похороны. Сами здесь схоронят. Ой, может, другие похороны подождать? А вдруг не будет? Как же его ругать-то? Господи, благослови. Фу. Это был плохой человек! Тот, которого вы хороните! Ужасный, злой! И вообще, негодяй был. И как только земля носит таких, а? И не пожелаешь мир праху его, и не скажешь, земля ему прахом, то есть пухом. Ты что, монах? Перемолился? Ой, батюшка, да за что же мне такое благословение? Это что, опять на кладбище? Опять? Только теперь не хули, а хвали. Превозноси. Говори, какой распрекрасный был человек. Батюшка, а может, не надо? Может, пусть вначале заживет? Ничего, ничего, не страшно. Так иди. Да что же это такое, а? Ты зачем в монахи пошел? Ну, зачем? Ну, чтобы спасаться, чтобы молиться за весь мир. Так вот, если хочешь быть настоящим монахом, запомни, послушание превыше поста и молитвы. Батюшка, благословите. Батюшка, благословите. Батюшка.
То хвали, то хули. Так ведь могут и того пристукнуть. И зачем я в монахи пошел? Жил бы себе нормально, как все. Молился бы полным правилам, в храм бы ходил. А так, выполняй волю из ума выживших. Не-не-не-не-не, уйду. Уйду, точно уйду. Уйду в мир. Фу. Точно уйду. Ага. Превыше поста и молитвы. Фу. Пронесло. Прости, Господи. Не, что там в этом миру? Миру не то. Грех один. Господи, прости. Господи, спаси. Коля, прости. Ой. Хвалил? Хвалил, отче. Ну и что, покойник? Что-нибудь отвечал? Благодарил, может? Нет, отче, ничего. А когда ругала? Покойник что ответил? Обиделся, может, или ругаться полез? Нет, отче. Молчал? Молчал. Молчал. Вот как. Вот так и монах. Хвалят его или ругают, должен быть как мертвец. Ни похвала, ни злоба, ни обида не должны смущать его душу. В этом и состоит красота монашеского подвига. Вот так-то, братец. И ты, если желаешь спастись, не гневайся тогда, когда тебя бесчестят, не превозносись тогда, когда тебя восхваляют. Поступая так, как эти мертвецы, спасешься. Духовник обители много молился и часто скорбел о грехах человеческих. В монастырь многие приезжали, чтобы спросить его духовного совета. И странным ему казалось, почему это так бывает, что люди в церковь ходят, Богу молятся, а живут все так же тяжело и греха не убывает.
батюшка, простите меня. Я спрашиваю, можно? Беда у меня. Дочка пьет. Из дома выгоняет. Вот. Молись за нее. Записочку подай, и мы помолимся. А какую молитву читать? Матери за ребенка. И в церковь ходит? Нет, не ходит. Помоги тебе, ты, Бог. Помоги тебе, Господи. Алис, не отчаивайся. Сил никаких нет. Вот все у нас так плохо. И проблемы все. От того, что не каемся. В церковь не ходим. Посты не соблюдаем. Ходим, да не молимся. Боже, Боже, как жить дальше? Не молимся. Батюшка, благословите. Бог благословит. От меня жена сбежала. Значит, такой муж раз сбежала. Я монах, с женами разбирать сами. В церковь ходишь, исповедуешься, причащаешься. Хожу, причащаюсь. Правила читаешь? Читаю. Вот и слава Богу, не прекращай, молись. Батюшка, благословите. Во имя Отца и Сына Святого Духа. Благословите девочку, батюшка. Бог благословит. Бог благословит. Благословите, батюшка. Бог благословит. Ой, батюшка, не люблю. Благослови, Господи. Господи, почему ты не слышишь нас? Вот же люди. И в церковь ходят, и дома молятся. А живут так же тяжело. И греха не убывает. Неужели истощилось милосердие Твое? Услыши нас, грешных, Господи, уповающих на Тебя. Вон миг глаза молений наших, чтобы жить нам в мире и покаянии. Неужели так суетна молитва наша, что ты не слышишь нас, Господи? Господи. Господи. Батюшка, помолитесь за меня. Батюшка, простите, помолитесь. Помолитесь за моих сыновей. Батюшка, что мне делать? Что мне делать? Прости, Боже, дерзновение мое, сам разуми, что мне подобает творить и глаголать. Аминь. Не бойся, я ангел Божий. Что за звуки? Это звучат святые молитвы. Только они слышны здесь. Но чего так слабо звучат эти звуки?
чего так мало их? Ведь народ сейчас молится в храме. Ты хочешь знать? Сейчас ты все поймешь. Ну, тенора орут, басы давят, а регент наш не слышит, что ли? Вот если бы регентом был я бы вот этим... Опять в новой шляпке. Каблучины какие. Конечно. Может, и на 10 лет младше. Вчера я... Если еще и Лексус купить, налоговая сразу же явится. Если эта дура с начесом еще ладно. А если этот, полковник отставной, Лексус мне как самолет обойдется по... Она ведь не замужем. Зачем колечко носит? Видишь, как смотрит-то. А может, потом подойти, заговорить. Вот бы жену такую симпатичную. Сколько ему про Бога можно повторять? Молишься за него, молишься. А у него только чемпионат мира по футболу в голове. Гол, гол. Вот и гол, как сокол. Господи, ты милостивый, спаси, помилуй, исцели моего папку. Боженька, пусть он не пьет, прошу тебя, помоги ему. Видишь эти скорбь и любовь? Вот молитвы, которые слышны у нас. А люди хоть и в церковь ходят, и, как им кажется, молятся, а только все это пустое. Такие молитвы до Бога не доходят и плода не приносят. Господи, пожалуйста, помоги. Я так его люблю. Прошу тебя, Господи. Прости меня, грешного, Господи. Мне батюшка сказал, что ты... За то, что усомнился в милосердии твое. Каюсь. Господи. Прости меня, грешного, Господи. За то, что усомнился в милосердии твое. Каюсь. Господи. Каюсь. Господи, каюсь. Господи, прости меня грешного, Господи. Господи, прости меня грешного.
Господи, прости меня грешного, что усомнился в милосердии Твоем. Возле нашего монастыря жила раба Божия Мария. Женщина она была благочестивая, посты соблюдала, Евангелие читала, каждое воскресенье и праздник в храме. Был у нее сосед Васятка, мальчик-сирота, жил с папкой. Мать верующая у него была, в церковь его ходить приучила, да померла. Как-то раз с Марией и Васяткой такая история приключилась. Подайте Христа ради. Подайте Христа ради. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Подайте Христа. Спаси меня, Господи. Спасибо, дедушка. Спаси, Господи. Придет, тебе и придет. Добрая ты, денежку дала, вот тебе и придет. Ко мне? Кто придет? Христос, Спаситель наш, тебе и придет. Жди. Ах ты, Господи, ты, Боже мой, спасу от тебя нет. Ну, вот погоди, придет Христос, он тебя устроит. Так это правда? Придет, придет, жди. Ой, Господи,
Держи, мама драников напекла. О, вкуснятина. Вкусно? Вкусно. А ты чего сегодня в церковь не ходила? Папа приходил. Трезвый? Да, трезвый. А мой опять пьяный. Так ты выйдешь? Не могу я, дело важное. Ладно, тогда я к Никитке пойду. Пока. Чего, больно? Хулиганье. Ох-ох-ох-ох. Была б жива Наталья, слезами помылась. Да ну ее вообще. Пойдем, умоешься. Пошли. Покажи. Нормально. Кушать хочешь? Угу. Драники. Кушай. Других чё ли нету? Mm-mm. На, примерь. Хлеба купила, не бутылку. На водку хватило, а? И не стыдно тебе? Здоровый мужик. А ходишь, попрошайничаешь, а? Да не берут меня на работу. Инвалид я. А если ты инвалид, так тебе положена пенсия по инвалидности. Знаешь, что инвалид? А ты бы вот
сходил в церковь, помолился бы Бог, так тебе бы Бог и помог. Вот. А то что это? Залил глаза и попрошайничаешь. Эх ты! Знаешь что? Так вот в следующий раз подумай, что лучше. Выпить или поесть? Тьфу! Люди добрые! Покормите, все, ради Бога! Иди! Пропился я совсем! Папа, просыпайся! Ой, спасибо. Спасибо, сынок. Ты еще не родилась, а я уже ходил. Люди добрые. Покормите, ради Бога. Ну как ботинки? Опа. Эй. Люди добрые. Покормите, ради Бога. Дядька, ты пацана не видал? Да не видал, погоди ты, мальчик. Да покормите, дайте хоть чего-нибудь. А, пропился я совсем. Дайте хоть чего-нибудь пожрать. Дядя, заходите. Наша дверь первая направо. Чайку попьем, да картошечка есть. Чего? Да заходите, говорю. Наша дверь первая направо. Иду, иду. Жди меня, мальчик, жди, дорогой. Иду. Ай, молодец, спасибо тебе, сынок. О, Господи, ходят тут всякие. А кого ждешь-то? И пропустишь? Когда зайдешь к Марии, загляни к нам с папкой. Ладно? О, опять мужика из дому выгонят. Детей понарожают, потом мучают их. Ты о себе не думаешь, так о ребенке подумай! Ишь, на дождь выскочила! Иди домой!
мой папка мамку и пальцем не тронул. И куда вы теперь? Промокните тут. Вот-вот дождь начнется. Малой еще заболеет. А пойдемте к нам. Пойдемте. Да не бойтесь, идемте. Может, я вам лучше чаю сделаю? А где твои родители? Мамка умерла, а папка пьет. Это он с горя. Так я хочу у Христа попросить, чтобы он мамку отпустил. А та ему все рассказала. И было все как раньше. Вот эту икону мама мне купила, когда мы в церковь ходили. Это Христос или Спаситель. Мама сейчас у него. Мне батюшка сказал, что ей очень там хорошо. А соседке нашей блаженная сказала, что к ней сегодня Спаситель придет. Так я тоже его жду. Хочу попросить, чтобы он мамку отпустил. И все было как раньше. Спасибо, Васенька. Кажется, дождик закончился. А как же чай? Спасибо, мы пойдем. Да куда вы пойдете? Оставайтесь, ночь на дворе. А утром пойдете, оставайтесь, ляжете на мою кровать. Вы не бойтесь, папка у меня хороший. Честно, это он с горя. Ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человека любви, благотворяющим Господом и братьям и родникам нашим, даруй яшеку
завязывать надо. А парень где? Господи, боже мой. Давай, давай, мой хороший. Вот сейчас пойдем, мой хороший. Так, вот сейчас кроватку. Господи, боже мой. Все, Господи, прости меня. Прости меня, Господи, все. Господи, ой, а я ж тебя днем ждала. Так я к тебе 3 раза приходил, за твое старание я тебе явился, а ты 3 меня прогнала. Когда, Господи? А мальчонку помнишь, что просил тебя от хулиганов защитить? Следил уже мне. Ах ты, поросенок! Помню. О, ты, так это ты был? Господи, прости меня. Я не признала. А второй-то раз когда? А бомжа пропоицу помнишь? Тьфу ты, пьянь! Все, иди. Помню. Так это ты был? Господи, я и подумать не могла. А Евангелие читаешь? Читаю. Читаю, Господи. Каждый день главы из Евангелия и 2. Из посланий? Так неужели не читала там? Наг был, и вы одели меня. Жаждал, и вы напоили меня. Алкал, и вы напитали меня. От Матфея, глава 25. Господи, ну а третий-то раз когда? Ну а женщину с ребенком помнишь? Ишь, на дождь выскочила! Иди домой! Было. Так это я со своей пречистой матерью был. Господи, прости меня грешную. Не признала. А Васятка меня приютил и 3 принял. Хоть ты и Евангелие вдоль и поперек изучила, и постишься, и молитвы читаешь, нет тебе в том никакой пользы. Неужели не читала ты, что теперь пребывают сии 3? Вера, надежда, любовь. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Господи, прости ты меня грешную. Не признала. Теперь пребывают сии 3 – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Thank you.
Чья мудрость лай, да душа-то сухарь, хоть тоскует порой по нездешнему. Я стою, как мытарь, повторяю, как встарь, Боже милостив, буди ми грешному. Боже милостив, буди ми грешному. У кого-то успех, тем довольствие утех, эти святы по облику внешнему. Я стою хуже всех, на душе только грех. Боже милостив, буди ми грешному. Боже милостив, буди ми грешному. Добрых нет со мной дел, мой плачевен удел, страшный суд и ко аду кромешному. Но твержу пока цел то, что б сердцем хотел, Боже милостив, буди ми грешному. Боже милостив, буди ми грешному. Боже милостив, буди ми грешному.